Сегодня научимся добавлять сгенерированные программкой специальные звуки. Так, создадим новый проект. Импорт. У нас тут три файлика. Рука. Так. Сразу можно добавить лазер и взрыв. Потом переставим. Так, рука. Она у нас переворачивается на 90 градусов и стреляет лазером. Значит, берем лазер. Ну, вот я хочу, чтобы он из-под пальца вылетал, поэтому переместить назад вот можно. Его не видно. Так, лазер у нас начинает работу, когда палец уже в таком положении. И, скажем, в 20-м кадре он у нас вот здесь. Смотрим. Так. А теперь я хочу сделать, ну, чтобы три было лазера. Значит, здесь берем дублировать и еще раз дублировать. Все их тоже сюда перетаскиваем. Значит, они друг за другом по очереди будут вылетать. Значит, берем первый. Перетаскиваем. Нет, так оставим. Так, так и вот так. Так, что получилось? Ну, они неравномерно, потому что тут вот одна и та же надо вот так сдвинуть. Вот так. Посмотрим. Вот. И теперь там, куда они улетают, там у нас происходит взрыв. Взрыв. Тоже его перетащим вот сюда. Так. И добавим кадров. Посмотрим. Много, наверное. Удалить можно. Смотрим, что получилось. Ну вот. Но как бы тут не очень здорово, потому что нет звуков. А как сделать нужные звуки? Есть такая специальная программка BFXR. Она предназначена для генерации различных звуков. Ну тут вот, например, для коины собирать, например, вот это вот лазер, то, что нам надо. Ну, вот такой звук мне, например, нравится, поэтому я вот так сделаю экспорт. И в нашу папку сохраню его. И теперь мне нужен звук взрыва. Вот такой нормальный. Значит, экспорт. Сохранить. Ну вот. А теперь нам нужно импортировать это. Ctrl нажимаю. Так, значит, сначала звук лазера. Сюда. Значит, он у нас... Ну, можно, кстати, вот эту вот штучку вставлять в нужное место, и тогда не надо будет звук регулировать. Так. Вот так. Так, теперь еще раз. Это мы дублируем. Этот пойдет вот сюда. Текс. Иди сюда. Сюда. И еще раз дублируем. Ты иди сюда. Так, вроде все правильно. Ну и последний у нас должен быть взрыв. Взрыв.
Так, взрыв у нас начинается вот здесь. Ну, посмотрим, что получилось. По-моему, то, что было нужно. На этом все. Спасибо за внимание. Стоп.